Праздник на льду. В канун старого Нового года в Нарьян-Маре прошел традиционный бал-маскарад. На коньки встали и старый млад. Из-за погодных условий местом проведения праздника выбрали Ледовый дворец Труд. Далее все подробности. Коньками звучно режут лед и взрослые, и дети. На бал-маскарад пришли семьями, компаниями друзей и даже целыми коллективами. Стараюсь, да, всегда посещать, потому что это, я считаю, один из поводов выйти на лед. Вот. В детстве всегда занимались коньками, хоккеем поселковым, поэтому сейчас конькам до сих пор трепетное отношение. Я считаю, что для человека, и вообще для нас очень важно, это хорошее настроение. И мы должны этим делиться. Поэтому чем больше мы поделимся, тем больше обратно получим. Пропуск на лед, маскарадный костюм, либо какая-то новогодняя атрибутика. Светлана Вокуева выбрала для бала свой национальный наряд – ненецкую паницу. Это костюм канинской тундры. Я родом из Неси. Моя семья жила в тундре. И эту паницу мне сшила мама подарком. Зайцы, королевы и феи, единороги или вот, например, совсем малышка Анастасия Шупаренко в костюме Снегурочки. Девочка достаточно уверенно держится на коньках. А почему такой костюм выбрала? Потому что мама такой заказала. Ага. Знаешь, кто такая Снегурочка? Да. А кто это такая? Она с двумя косичками. На коньки встал и глава региона. Юрий Бездудный поздравил горожан со Старым Новым Годом, а после присоединился к празднику на льду. Мне очень нравится, особенно детские. Здесь совершенно потрясающая маленькая Снегурочка. Ну, мы же дарить на жюри не будем, поэтому оно объективно выберет действительно лучший костюм. К слову, организаторы праздника, Дворец культуры «Арктика», подготовили для гостей концертную программу. Выступили и участники проекта «Добрые песни». О главном. А по итогам бала маскарада лучшим костюмом признали Скомороха и Снегурочку. Второе место у малышки в костюме королевы, а третье у Маргариты Сигай, с которой нам удалось пообщаться во время бала. Аленушка – это сказочный персонаж. Ты сама этот костюм выбрала или тебе помогали родители? Мне помогали родители. А сердечки на щечках сама рисовала? Мама. Как тебе здесь, нравится на катке? Да. Что тебе больше всего нравится? Мне больше всего нравится то, что тут танцуют и поют. Алина Вучийская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».